Всем привет, друзья! С вами Неломоб и маленькая овечка по имени Цезарь. Сегодня мы с ней продолжим играть в игру под названием Йока и Лейли. Нажмите Enter для старта. Главное приключение мы начинаем, и начинается, собственно, сама загрузка игры. Кто не знает эту игру, тот, конечно же, многое потерял, потому что мы тут уже многое начудили. Вон мы целых 3 странички нашли и 63 перышка мы раздобыли. Сейчас мы, наверное, найдем какие-то новые штуковины. Надеюсь, сегодняшняя серия будет удачная. Итак, каждому призраку спасателю нужен особый подход. Хорошо, значит, мы должны, во-первых, всех призраков еще найти. Это первое. А во-вторых, нам нужно найти новые странички. А в-третьих, мы должны найти какие-то новые приключения. Итак, поехали. Где мы начнемся? Философы. Вот он я. Йока, а на голове у меня Лейли сидит. Хо-хо! Прикольно, он подпрыгивает. Хо-хо-хо! Так, иди сюда, иди сюда. Чё ты пугаешь меня? Не смей меня пугать. Ведь я супер-припупер. Это самое, как это животное называется? Но это не ящерица, ребята. Это что-то другое. Это животное называется хамелеон. Хамелеон? А получается, тот человечек, который у меня на голове сидит, это летучая мышь. Опа, закрылись. Мы переходим в следующий мир. В этом мире как раз нас и ждут самые главные приключения, где мы должны найти новые странички и перья, перышки. Так, интересно, я вижу теперь внизу загрузка, и там Йока котится, а Лейли у него на нем сверху стоит. Так. Туземные тропинки. Вот здесь мы, собственно, и должны начинать свой путь. Вернее, не начинать, а продолжать. В прошлый раз мы тут довольно неплохо справлялись. Тут, чтобы наверх забираться, нужно катиться таким образом. И по нам Лейли. Вот нас сразу же встречает два персонажа, которых мы быстро уничтожаем. Быстро-прибыстро. Так, вот эта вот штуковина поднимается иногда наверх. И мне кажется, что каким-то образом мы должны будем на нее попасть. Так, но как? Как, я пока не знаю. То есть, видите, что здесь получается? То есть, эта платформа не работает. Она спит. Каким образом мы должны ее разбудить, я пока не знаю. То есть, надо какой-то найти будет способ, чтобы с этой штуковиной взаимодействовать. Но пока что она дрыхнет. Вот на эту штуковину я даже не могу приземлиться. Хоть она как бы и должна бы меня поднимать. Но пока это не получается. Возможно, чуть позже эти платформы станут уже видимыми. А пока что нам нужно думать, что мы должны тут делать еще. Ну, мне кажется, на самом деле, что здесь нужно двигаться в эти вот... Ой-ой-ой-ой! Эти маленькие непонятные медвежонки в масках скелета у меня немного настораживают. Вот, я вижу, кажется, там новые странички. Туда закотимся. Опа! Есть. Там, по-моему, было две страницы. Или это были перья. Я точно не рассмотрел. Сейчас мы это проверим. Опа. Так-с. Двойной прыжок. Есть. Еще перышко. Еще перышко. Отлично. Ого. Ого-го-го-го. То есть я могу, в принципе, туда пойти, а могу вот здесь прыжками работать и там раздобыть еще перьев. Вон я, например, там вижу дальше еще одно перышко. Так, а здесь? Там что-то красное виднеется в конце. Кто-то здесь еще хихикает причем. Или это Лейли на мне на голове хихикает? Возможно, это Лейли. Надо все хорошенько отсюда рассмотреть, чтобы мы ничего не пропустили. Вот там кто-то внизу, мне кажется, хихикает. Кстати, много перьев, и там какой-то сидит человечек, с которым, наверное, нужно побеседовать. Давайте спустимся, рискнем. Во-первых, тут есть перья. Мне это очень нравится, что я могу здесь раздобыть много новых перьев. А во-вторых, там какой-то сидит человечек, с которым надо побеседовать. Может, это босс? Опа, получайте, получайте, получайте. Это похоже на кого-то шамана. Это какой-то поросенок. Поросенок, я тебя спасу, не переживай. Ты кто такой? На тебе. Так, ничего с него мы не получили. Поросенок, я могу с тобой начать диалог? Так, могу. Так. Ам-ням-ням-ням-ням. Доброго дня, юные войны. Готов поспорить, у тебя имя как-то связано с едой. Ну-ка, и как же тебя зовут? Ам-ням-ням, меня именуют Сир... Кровсолот, и я голодный рыцарь круглого корыта. Так, так и знал. Продолжай, расскажи нам о своем отважном поиске сокровищ. Ам-ням-ням-ням, верно. Мы с другими рыцарями отважно ищем схрон сокровищ ликого Рампо. Что за Рампо? Ам-ням-ням, для пущей надежности мы разделили территории поиски на 4 места. Так, ам-ням. Впрочем, одному из рыцарей сейчас слегка тяжеловато разыскать и искать их.
Так, понятно. Поможете ли вы мне отыскать других рыцарей и клад? Ну давайте нажмем Space, помогу. Не бойся, сир Кровсолот, мы поможем тебе найти других рыцарей. Так, ам-ням-ням-ням-ням, великолепно! Первый рыцарь недалеко. Позвольте мне дать вам подсказку. Давай, давай, давай. Хоть ноги и штаны мои макрыс, не пойду ко дну я рядом с городом Канцкрыс. Мои макрыс, не пойду ко дну я рядом с городом Канцкрыс. Ясно, если забудем, вернемся и переспросим. Какая-то странная подсказка. С городом Канцкрыс? Это что-то возле воды, значит, мне его надо искать? Если у вас есть какие-то догадки, про кого это он имел в виду, про кого он мне хотел только что рассказать, то напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что пока что у меня догадок нету, про кого он именно говорит. Так, здесь, как кажется, много-много перьев. О, что это было только что? Неужели здесь есть какой-то дух? Он в кустах, что ли, сидит? Этот куст какой-то странный. Почему он трусится? Я не могу понять, почему этот куст трусится. Как будто бы здесь какой-то призрак сидит. Этот куст тоже трусится. Они все трусятся, кусты, кроме этого. Очень странные какие-то... Вот он, вот он, вот он. Какой нужен подход для того, чтобы этого призрака поймать? Вот тут здесь хихикает. Это призрак хихикает здесь. Иногда он тут появляется. Так, ты здесь? Нет. А где же он? А вот он. Так, а теперь сюда. Он должен после того, как мы куст трогаем, здесь появляться иногда. Но сейчас его поймать, наверное, нереально. Вот, ну где же? О, вот он, вот он, вот он. Я не успеваю его поймать, ладно. Уи, уи, уи. Только меня бесишь. Не пойду я к тебе больше. Так, о, я вижу еще один подъем. Ух ты, что это такое? Похоже на страничку. А мне нужно с ним побеседовать? Половина страницы, по-моему. А ты что такое? Я кусочек Пейджа. Бандиты из шайки Капитал в меня порвали и развеяли по джунглям. Ага, другие мои кусочки должны быть где-то неподалеку. Так, пожалуйста, соберите три других моей части, и я снова буду целой. Ого, бедняжка, не бойся, мы поможем тебе воссоединиться с собой. Мы ведь, по идее, в современной игре Йока. Раньше трофеи никто не разбивал на части. Да, действительно, раньше такого никто не делал. Сейчас какое-то творится... Непонятная какая-то вещь творится. О, так, мы наверх закатились. Что мы тут видим? Во-первых, я вижу змею. Змейку, змейку. Во-вторых, я вижу вот одно перышко. Я вижу одного духа там, которым я пока не знаю, как мне действовать, как мне его растолкать. Вот я тут вижу еще одно перышко. Кстати, вон там какой-то непонятный какой-то робот, что ли, стоит. Какие-то лучи выпускает. Давайте побеседуем сейчас со змеей. Возможно, научит меня какому-то новому приему. Привет, змей. Так, кто же... это же мои старые соратники. Приветствую вас в моем офисе. Это его офис? Ничего себе. В каком еще офисе? Этот в этом старом полуразрушенном храме? Справедливо, не обращайте внимания на... Над дизайном уже работают мастера своего дела. Сделают со вкусом. Хорошо. Ну ладно, полагаю, вы пришли сюда получить знаменитый прием Кроузера. Да, пожалуйста, новые приемы нам бы очень помогли. Прекрасно. Следующим приемом я победил босса третьего мира. Жаркая была схватка. Погоди, мне казалось, у нас был уговор. Мы открываем миры, а ты нас учишь бесплатно. Боюсь, бесплатные приемы работают только в философах. В мирах фолианта «Чистый бизнес». Угу. Сообщите, что вас интересует, и мы все оформим. Так, а что меня интересует? Сонарный выстрел, супер акция, плевок выстрел, дружеский удар. Так, я не могу понять, как мне это все дело. А, вот я перехожу. Просто потрясающий прием, последний экземпляр. Не проходите мимо. Сонарный выстрел. То есть каждая штуковина стоит по 30... Так, выбор. Давайте первый выберем. Сонарный выстрел. Лучший выбор. Вы уверены, что вам нужен именно этот прием? Ну, давай. Я просто не знаю, какие они приемы. Как они... Мы готовы учиться, Троузер. Прекрасно. Следующий прием я победил босса третьего мира. Жаркая была схватка. Босса победил. Ну да, ты же даже одеться не можешь как следует. Что?
Чтобы сделать сонарный выстрел, просто нажмите Alt, и наша пурпурная красавица выпустит залп смертоносной сонарной энергии. Ух ты, круто. Что еще, червячок? Можно стрелять во врагов, чтобы оглушить их, и включить сонарные тотемы для обнаружения скрытых объектов. Только будьте осторожны, каждый выстрел расходует силу. Ага, как и... так, а можете купить еще у меня страховку на 1.5 года. Кто его знает, вдруг вы через неделю уже забудете этот прием. Спасибо, не стоит. Так, это мы купили. Хорошо, давайте его нажмем назад, и сейчас мы его... Уже убегает, смотрите, чтобы вас никто не опередил. То есть я теперь могу стрелять контролом. Вау! Сила моя теряется, но она заполняется. Благодаря этому приему я могу как-то действовать теперь на этих вот... О, я его разбудил! Теперь понятно вам стало, как с этим действовать. Вот, теперь я такие плиты могу оживлять. Отлично, с помощью этого приема я смогу теперь добраться до новых объектов. Это просто великолепно. Так, а что будет, если я, допустим, на это вот... Неужели, если я вот этим вот сонарным своим голосом подую, к примеру, на какого-нибудь человечка, который на меня ранее не обращал внимания, возможно, я смогу теперь заполучить то, что мне нужно, то, что мне принадлежит по праву. То есть я смогу привлечь внимание. Ух ты, а там что-то? По-моему, там что-то горит, но я не уверен, что будет очень просто... Что будет просто туда попасть. Но я попытаюсь сейчас. Надо грамотно рассчитать, когда именно нужно сделать прыжок. Так, вот оно уходит. Вот оно приходит. То есть мне надо рассчитать грамотно. Вот они идут. Вот сейчас примерно. Есть. Нет, я свалился в самый низ. К сожалению, мне не получилось первого раза. Ну ладно. Ой, еще я тут свалился. Зато я тут нашел нового этого человечка. Это робот, что ли? Или кто-то такой? Он меня замечает и лупит. И довольно больно мне становится. Как мне с ним... А давайте его сонарным выстрелом сейчас попробуем стрельнуть. Не его сонарным выстрелом. Мы же умеем. О, видели, что происходит? Вы видели? Я его усыпляю. На него не действует сон. Он держит блок. Тогда мы будем сейчас к нему катиться. Эй, катись. О, у него какие-то действуют какие-то блоки. Мы не можем его победить никак. Этого робота нужно как-то отключить. Нужно найти способ, какой-то супер удар для того, чтобы с этим роботом расправиться. Пока что мне это не удалось. Ох, не удалось. Но мы немного уже... Немного, конечно же, мы продвинулись. Почему? Потому что, в принципе, я изучил свой прием сонарный. Теперь я могу их усыплять или, наоборот, пробуждать с помощью этого приема. Что можно с ним сделать? Мне кажется, что я смогу сейчас действовать, например... Например, на кого-нибудь из этих персонажей. О, видите, он в сон погружается, когда я на него... Я его могу усыплять. А если я подействую на этого? Этого не действует, потому что он тучка. Так, мне нужно забраться сейчас наверх и попробовать усыпить этого духа. Если я его усыплю, то, скорее всего, я смогу его словить. Так, только как мне туда наверх к нему запрыгнуть, еще бы мне знать. Наверное, как-то по этим вот штуковинам я все-таки до него доберусь. Только надо вот так сбоку вот здесь подойти и запрыгнуть вот сюда. Паркур. Вот он там, кажется, отрыжку делает. Это он, да? Раньше он со мной беседовать не хотел. Он говорит, я хочу кушать, дай мне что-то покушать. Я его пытаюсь усыпить, но ничего не происходит. Его надо чем-то накормить. Ладно, пока что тут я не знаю, как мне действовать. Как мне его тут... Раздуплить непонятно. Когда-нибудь, может быть, позже я выучу еще один прием, и тогда я буду знать. Вот здесь пока что я знаю, что когда я вот тут такую делаю штуку, а я активирую некоторые платформы, это я уже разучил. Хорошо. Ага. А вот здесь мне нужно вот сюда сонарным приемом подействовать. Теперь у меня новая платформа открылась. Смотрим дальше. Куда меня поднимают? А вот, платформа иногда подъезжает настолько близко, что я, по идее, должен успеть на нее запрыгнуть. Но мне нужно еще посмотреть. А вот, по-моему, сюда. Я, кажется, этого уже активировал только что. Да, этот активирован. То есть мне надо вон туда сейчас запрыгнуть. Оп. Есть. Отличный прыжок. Отличный. Теперь нужно вот тут сонарным приемом воспользоваться. Кричим. Попал. Кажется, его задел. И мы активировали новую плиту. Можем даже к нему запрыгнуть, но этого делать нам не надо. Нам, скорее всего, нужно сейчас
сосредоточиться и правильно прыгнуть вот на эту платформу. Ой, недолет, но я думаю, что с первого раза просто у меня не получилось. Что сразу второго у нас уже все выйдет. Так, эх, тут надо все четко. Жалко, что этот вот Йока не умеет цепляться. Обидно, конечно, что он не умеет цепляться за край. За край. Конечно, обидно. Оп, есть. Так, поворачиваем немного камеру. Сейчас будем делать ответственный прыжок. Вот сейчас. Есть, на самый краешек, но я успел. Вот же она, страница. Мы сейчас его откроем. Мы получаем новую страницу, иди сюда, иди ко мне. Опа, есть. Похоже, у вас уже достаточно пейнт, чтобы расширить мир. Так, мы можем расширить мир, замечательно. Как будете готовы, готовы встретиться у входа в фолиант, тогда еще что-нибудь объясню. Хорошо, хорошо, спасибо большое за подсказку. Я вижу, что я могу туда наверх забраться и там насобирать еще немного этих самых перьев, для того, чтобы изучить новый прием. Это меня очень воодушевляет. Еще я вижу, что я могу вернуться к змею, изучить там кое-какие приемы, во-первых, а во-вторых, я могу по платформам там пропрыгать, получить какую-то вещь. Там довольно сложно, мне кажется. Ой, ударился немного. Сколько? Ого, я довольно много бабочек потерял. Мне нужно сейчас где-то найти новых бабочек. Еще мне хотелось. Так, еще мне хотелось побеседовать с этим цветком. Что он мне сейчас ответит? Он будет со мной уже беседовать или нет? Давай пробуем. Так, извините, но мне не о чем с тобой разговаривать. По-моему, он все еще и дальше не хочет со мной вести никаких дел. Какого бизнеса. Хорошо, мы в принципе в прошлый раз здесь неплохо играли. Вот здесь мы уже ходили, но мы там остановились на том, что я отвлекся. И отвлекся именно на призрака. Верно? Вот мне, в принципе, наверное, сейчас не стоит на него отвлекаться, на призрака. Давайте попытаемся. Сейчас, правда, у меня опять-таки не очень много жизней. В прошлый раз я отвлекся тут на призрака. А там где-то призрак есть. Да. Но сейчас я хочу попробовать не отвлекаться, а пройти этот огонь. Вот, сейчас он будет полыхать, а после этого мы покатимся. Вот он полыхает, полыхает, полыхает. А теперь я буду катиться. И надеюсь, я успею. Есть, я закатился на самый верх. Мы это дело прошли. Ай, я чуть-чуть не рассчитал. Дождемся, пока он потухнет. Дождемся, а теперь покатимся. Ай, я опять не рассчитал. Ай, меня сейчас сожгут, наверное. Или нет? Нет, кажется... Оказывается, я могу стоять между этими двумя огнями, как минимум. И тогда меня никто не будет сжигать. То есть надо, тут надо спешить. Я думал, что они все одновременно дуют, а они поочередно. То сейчас я мог бы пойти, но я просто прозевал. Так, сейчас это дует огонь. Прохожу успешно себе. А здесь жду. Жду, 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 жду. Жду, 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 жду. А вот теперь можно идти. Вот, у меня всего лишь одна жизнь осталась. Сейчас бы мне где-то найти какую-нибудь бабочку, и это было бы великолепно. Я бы подкрепился неплохо. Надо теперь изучить, как работают эти штуки. Вот оно пропало. Пока оно тут дует. Ждите-ка, оно что, постоянно будет дуть? Не нужно это перепрыгнуть? Ой, ну это очень будет рискованно, потому как если я... Приседать я умею? С? По-моему, я не особо приседать-то умею. Умею только прыгать. Смотри-ка, я тут никак не перепрыгну это дело. Оно постоянно дует. Каким образом? А, наверное, надо прокатиться. Тогда мне нужно отойти немного назад. Так, а теперь надо прокатить. О, я могу приседать. А ходить могу присядку? Нет, я могу только готовиться. Значит, надо приготовиться. Стоимся сюда. Котимся. Котимся. О-о-о! Меня все-таки побило. Как же это пройти? Перепрыгнуть? На него сверху надо прыгнуть. Выходит так. Мы можем расширить уровень, по-моему. Давайте попробуем. Мне про это уже говорили. Ой, ну почему-то ничего не срабатывает. Отходим с этого фолианта и возвращаемся обратно. Пробуем сейчас. Так. Книга, что ты мне скажешь? Куда ты меня телепортируешь? А, они меня возвращают сейчас туда-обратно, на ту... Помните, там была такая кнопка, такая круглая? Получается, сейчас, если на нее стану, я смогу расширить, скорее всего, мир. Вот, вот сейчас. А ну-ка, нажимаем. Enter. А, мне нужно... Вот так. Вот. Чтобы расширить этот мир, понадобится 3 пейдж. Хотите расширить туземки? А, ну, давай, расширим туземки. Расширяем мир, расширяем мир. Что же происходит? Книга станет больше? Да, реально, книга стала больше. Как это предсказуемо, в принципе. Книга стала больше, и теперь мы туда в туземки. Сейчас, если мы зароемся, то есть зайдем в те туземки,
то, скорее всего, там будет какой-то мир более крупный, какие-то новые строятся тропинки, какие-то новые места, и мы сможем что-то новенькое раздобыть интересное. Так, а куда же меня сейчас... Ну, в принципе, туда же сама занесет, в туземки эти. Ну, в этих туземках, наверное, мне стоит выучить еще один прием, как минимум. Но мне бы хотелось насобирать как можно больше перьев для того, чтобы я что? Вот, мы появились в этих туземках. И что здесь сейчас появилось новое, пока что мне непонятно. Вы расширили мир. Придите и найдите меня с друзьями. Хорошо. Так. Буква В говорит мне о том, что расширился мир вот здесь. Я помню эту местность. Вот. Ага. Тут новые какие-то ловушки появились. Новые какие-то... Вот страница. Вот. Прыжки. Это надо все пропаркурить надо будет. Так, а это что? Ничего себе, мир расширился. Ну ничего себе. Вот это да. Вот это да. И там какой-то глаз в конце, смотрите-ка, моргает. Ничего себе. Конечно, жестоко все. Буква В. Где же я? Тучка какая-то еще появилась. Боже, реально мир довольно сильно, конкретно сильно расширился. Куда мы пойдем? Пойдем сейчас к тем, туда. Там какой-то стражник, правда, был. Он меня, интересно, пропустит или нет? Ну, сейчас мы это все проверим, в принципе. Покатились к этому стражнику. Сейчас поглядим, что он мне скажет. Так, тут какие-то, кстати... Ух ты, я что-то подобрал. А что? Без понятия. Ну, ладно. Бочки. Бочка. Так. Бабочка, бабочка. Икс, С. О, сел. Вот сюда можно было катиться, и здесь какой-то непонятный стражник стоял. Вот он. Что мне сейчас ответит, интересно? А, я могу с ним беседовать. Я думал, драться с ним придется. Вот тена. Гляди, какой чувак. Йола. Приветствую, странники. Меня называют Shovel Knight. И у меня сегодня был насыщенный день. Так, кажется, я отправился в такое грандиозное приключение, что ненароком ошибся играми. Хуже быть не может. Над этим храмом, как мне кажется, спрятано весьма заманчивое сокровище. Только я никак не могу туда забраться. Я все никак не могу освоиться в этом новомодном третьем измерении. Так, понятно. Принесите мне великий самоцвет, и я открою вам секрет успеха в любом приключении. Ладно, Милздарь, рыцарь, найдем мы твой самоцвет. Награду нам желательно в страницах. Отлично, лопаты наголо, друзья. Буду ждать вашего возвращения. Так, то есть он мне дал задание сейчас только что на ваших глазах, чтобы я достал ему какой-то самоцвет. Ну что ж, могу, в принципе, пойти вот сюда вниз и здесь поискать какие-то секреты. Возможно, и получится найти. Так, сюда. Нет, тут никаких секретов нету. И в кустах тоже ничего нету. Ну, могли бы здесь какое-нибудь спрятать хотя бы одно перышко. В принципе, такое место сладкое, согласитесь. Можно... Все бы думали, что надо наверх прыгать. Ой, ой. А вот для чего там такое пространство большое было внизу. Что, оказывается, туда можно было провалиться. Хорошо, вот тут уже начинают они делать то, что я читаю. Тут уже начинают ставить... А эти перышки, там, где я примерно себе их и представляю, где они должны быть. Тут уже все по-другому. Хорошо. Вот тут по этой палке мы, наверное, тоже будем сейчас перекатываться. Оп. Только не упади. А, нет, все-таки мы свалились. А что там? Какой-то, что ли, камень светящийся? А, мы должны на него эхом подействовать. Давайте прыгнем. Нет, я, по-моему, его не могу никак активировать. Я думаю, может быть, как-то должен нажать что-нибудь. Так, хорошо, как мы должны сюда запрыгнуть? Без понятия, просто берем да и прыгаем. Нет, так не получится. Видимо, нам надо как-то нажать на кнопку, чтобы оно начало крутиться в обратную сторону, что ли. Так. Значит, я должен прыгнуть сюда и быстренько сделать прыжок, что ли? Наверное. Нет, это так не выйдет, что ли? А как тогда это дело пройти? Как-то меня должно захватить само оно, что ли? О, может быть, надо реально с этой стороны запрыгивать? Точно! Ага, я придумал, как туда запрыгнуть. Надо с другой стороны, противоположно туда запрыгивать. Хорошо. Видим какой-то цветок загадочный. Обычно... Ух ты, опять такой же... Опять же такой какой-то камень непонятный. Что оно все означает? Цветок нашли. Цветок, ты будешь с нами сотрудничать или нет? Нет, кажется, цветок это для красоты. Так, что у нас здесь? А здесь надо, наверное, отпрыгивать с одной стенки на другую. Скорее всего. Вот, типа, запрыгиваем, а с нее делаем другие прыжки. Нет, да, нет. Так.
Нет, что-то тут не то. Давайте отойдем тогда на край. Поглядим отсюда свысока, то есть снизу. Снизу поглядим вверх. Так, тут какой-то туннель непонятный. Как это дело можно преодолеть? Как туда можно наверх залезть? С цветов? Не факт. Как их можно повернуть? Как-то, может быть, эхом на них нужно действовать? Может, какой-то есть прием специальный? Давайте попробуем начать эхом на эту штуковину. Нет, это не работает. А просто удар? И просто удар наношу, ничего не получается. Странно, кстати. Ладно, к примеру, если я тут буду катиться, тоже ничего не выходит. Как же тогда мне наверх туда пробраться? Каким способом? Это как-то штука должна нажиматься. По идее. Это же кнопка, нет? А может быть и нет. Вот, мне нужно как-то, получается, попасть... Куда? Попасть каким-то образом на эту платформу. И, получается, по мосту потом уже бежать. Ну как туда мне залезть, если я вот сюда пришел? Я не вижу пока что способа, как я могу туда наверх закарабкаться. Так. Непонятно, непонятно. Еще раз пробуем. О, держусь, держусь. Ох, не получается зацепиться. Ну, в принципе, я на этой штуковине держусь, да? Ой, только бы не перепрыгивать ее. Только непонятно, как я должен... Может быть, на эту ручку можно тоже становиться сбоку? Но это будет очень тяжело тогда. Вот на эту с краю. По идее, на эту ручку можно остановиться. Как-то это слишком сложно. Какой-то, может быть, надо использовать суперпрыжок, который я еще не изучил? Ладно. Или по стенкам можно бегать. Ладно, возвращаемся, короче, к змею. Видимо, здесь мы пока что не сможем это дело пройти, потому что у меня нету способностей для того, чтобы это пройти. Мне нужно изучить новые приемы. Тогда будем уже сюда возвращаться. Скорее всего, я поспешил. Потому что реально, вы видите же, что здесь... Как бы ты, каким бы ты ни был, получается, здесь умелым проходимцем. У тебя ничего не выйдет, если ты не умеешь очень высоко прыгать или как-то отталкиваться. То есть мне нужно по-любому вернуться к змею и попробовать выучить какой-то новый прием. А змей у нас находится вон на той штуковине сверху. Кстати, вон тут еще туда наверх можно будет ползти. Ого-го-го-го! То есть мы сможем реально забраться вон туда, аж на самый-самый верх. Так. Тут у нас какой-то стоит еще желтый персонаж непонятный. Так, что вы хотите от меня? Пугаете меня? Ай! Получай. Иди ты сюда. Получай. К змею надо залезть. Попробуем сейчас к нему забраться. А, вот оно. Подъем к змею. Мы сейчас выучим, получается, новый прием. И поглядим заодно, что это за прием. Если будет какой-то прием такой, который будет намекать нам какие-то суперприемы. Но имеется в виду прыжковые суперприемы. Я знал, что вы вернетесь. Так, плевок, выстрел, дружеский удар. Ну, давайте возьмем плевок, выстрел. Глотайте съедобные предметы и плюйтесь снарядами. Вот, точно. А это просто потрясающий прием. Плевок, выстрел. Лучший выбор. Вы уверены, что вам нужен именно этот прием? Да. Мы выучили новый прием. Ладно, червячок, научи нас какому-нибудь крутому трюку. О да, приготовьтесь. Так, следующий прием особенный. Эх, великолепный прием. Давай уже, рассказывай, у нас волшебные книги не закончены. Но если вы восстановите перед если вы восстанете перед съедобными предметами, вроде ягодных кустов, то можете нажать кнопку С и съесть их. Чудесно, правда? Это я и раньше мог. И это все, лучше бы мы приберегли эти перышки для мира казино. Лейли, успокойся, наверняка это еще не все. Да, если вы сидите еды после еды нажать Z, ваш зеленый друг выплюнет съедобные, как скользкий снаряд. Ни о чем. А дальше ты нас чему учить? Как портить воздух? Ну, собственно... Так, по-моему, мы только что это выучили. Мне не хватает 3 перышка, чтобы учить следующий прием, но это уже будем делать в следующий раз. Еще увидимся. Увидимся, конечно. Теперь мне нужно попробовать что сделать. Во-первых, я очень сильно хочу попытать свою удачу в этом деле. Нет. Так, активировали платформу и лезем наверх. Возможно, мне сейчас удастся добраться до той, до того места. Так, вот они. Нет, тут кустов я не вижу пока что, с которых можно будет... Кусты, где есть кусты какие-то сладкие? С ягодами. Не вижу я кустов с ягодами. Неплохо, вы разблокировали новый тоник. Загляните ко мне. Хорошо, заглянем, заглянем, но сейчас не время.
Мне... О, вот кусты. По-моему, это съедобный куст. Про это они ими... О! Видите? Я наелся какой-то ерунды. Теперь нажимаю Z, и я могу стрелять. Сколько у меня их будет? Много? Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Хорошо, давайте их побольше наедимся. Так, теперь я могу этой штуковиной стрелять. Помните, у меня был один персонаж, такой дух. Он просил у меня что? Правильно, он просил какой-то еды. Он открывал рот. Если я, получается, в него постреляю хорошо этой штуковиной, то, возможно, он насытится. Так, прыжок делаем. Опа. Не долетел. Так, робот, привет. А что, если ты сейчас получишь от меня... Ага, уже не могу стрелять. Мне нужно снова где-то искать ягоды. А тут никаких ягод нету. Как-то они быстро израсходовались, эти мои ягоды. Так, так, а ты? А ты? Ничего не даешь мне, да? Ты с мной не хочешь иметь дело, как мы уже с тобой вроде выяснили. О, еще три перышка, я теперь могу открыть еще один прием. Так, я немного, честно говоря, немного потерялся, что мне нужно сейчас делать. Просто здесь такой большой открытый мир, что ты иногда реально теряешься. Так, я съел бабочку, замечательно. Мне нужно где-то найти какие-то цветы, какие-то... А, это не естся. Какой-то куст, с которым я, на котором я смогу поживиться. Наесться этого дела, а потом пойти к этому духу стрельнуть в рот. Но я пока... О, вот этот куст, отлично. Так, сначала мы с этими расправляемся, ребятами. Наедаемся сейчас вот этой штуковины. Раз, два, три, четыре. Вот, наелись. Вот, и теперь я, по идее, имею снаряд. Заряженный я, заряженный. У меня теперь есть снаряды. И я надеюсь, что этот персонаж, который тут кушать хотел постоянно, сейчас получит свое. Держи. Держи. О, он позеленел. Теперь иди ко мне. Вот, мы словили еще одно привидение с моторчиком. Великолепно. Мы его заполучили. Хорошо. Теперь, когда мы это сделали, мы можем подумать о том, чтобы попытаться словить еще одно животное. Но прежде... не животное, а духа или привидение. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу еще раз наесться этой вот ерунды и отнести эту вкусняху, вот этому цветку. Что будет, если я в него стрельну? О, я его просто... Ничего не происходит. Я просто его кормлю этими цветами, и ничего не происходит. Хорошо, а если я в этих ребят стрельну? Не попадаю. Бумц. Я его сбил только что. Я его только что сбил. Хорошо, с этим мы справились. Тут мне должно наверх закатиться. И я помню, что я где-то здесь видел это вот духа еще одного. Не знаю, получится ли сейчас его найти быстро. Сейчас мы это все дело оббежим, конечно же. Оббежим, вот. И где-то здесь был, по-моему, дух. На самый верх я тогда не... Ух ты, что только что произошло? Так, какой-то глаз. Он меня заметил? Стой, ничтожная ящерица. Великого Рампо раздражает камевояжерство. Пойдите прочь или готовьтесь к гибели. Ого, кто-то меня отгоняет? Почему этот злой персонаж меня отгоняет? Нужно с ним будет разобраться. Но прежде чем мы это дело сделаем, мне нужно найти еще одного духа. Так, вот этого я помню персонажа. А где-то здесь был... Хихикает, слышите, хихикает. То есть здесь точно где-то был еще один дух. Только я вот только не припомню точно, где именно. Так, по-моему, надо туда вниз спускаться нам. Опа. На платформу. Где-то здесь, да? Вот, в этих кустах. Хихикает же, хихикает. Мне нужно в кусты, наверное... Видели? Мне нужно ее... О! Я его поймал. Кажется, почти, почти, почти. Есть! Я говорил, что я с помощью этой штукой его поймаю. Мне осталось еще одно привидение, и это будет великолепно, если я его найду. Так, хорошо. Раз уж мы с этим делом справились, я знал, что, в принципе, у нас, скорее всего, получится с этим справиться. Теперь мы можем смело двигаться к тому злодею с глазом возле той... Только как мы туда наверх забредем? Сейчас мы туда зайдем. Не знаю, видимо, надо снова сюда бежать. Обходить все стороной. Опять. Вот так надо катиться, катиться, катиться. Энергии довольно много, хватит, чтобы мы сюда заехали. А сейчас будем восстанавливать энергию. Пока энергия восстанавливается... А она не восстанавливается. У меня жизни много есть, это тоже немаловажный факт. Потому что если... Так, стоп, назад. Мне показалось, там что-то было. Возможно, я могу как-то сократить дорогу. Вот оно что. Я могу туда, по идее, закатиться наверх. Наверное. Попробуем. Нет, закатиться сюда не получается. А вот сюда могу. И что мне это дало? Почему я сюда зашел и для чего? Какой-то непонятный туннель. Я думаю, что это неспроста. Неспроста я сюда зашел.
Для чего я сюда проник? Почему я здесь? Что я здесь забыл? Ну почему здесь ничего нету? Здесь должны быть какие-то секреты. Ха, интересно, они добавили такую прикольную ловушку. Как ловушку? Такой секрет, а в ней ничего нету внутри. Просто окошко наружу, да и все. Так, ладно, сейчас будет дым. Появляется. Огонь, вернее. И пропадает. После этого я качусь. Быстро. Вжух. Успел. Замечательно. Здесь, когда пропадало с одной трубы, появлялся огонь с другой. Это я все прекрасно помню. Вот пропал. Ай! Ой. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Один раз я себя уже поранил. Это очень плохо, конечно же. Ой, бабочку съешь. Молодец. Так, вот здесь, в принципе, я... один огонь я проходил, а вот второй я не перепрыгивал. То есть не проходил еще второй огонь. Возможно, все-таки реально сделать большой-большой... Двойной же прыжок есть! Ай! Есть, получилось. Перышко есть тоже. Фу, перепрыгнул все-таки. Было сложно и очень опасно. Была бы одна жизнь, я бы погиб уже. Так, вот здесь, по идее, надо катиться просто вверх. И делать прыжок. Есть, забрались еще выше. Так высоко я, по-моему, еще не забирался. Так, бабочки есть и охрана. Так, по-моему, я все свои бабочки заполнил. Там даже, по-моему, еще одна летает. Больше мне пока не надо, я максимум заполнил энергии. Вон там два охранника, хорошо. Мы, в принципе, с ними справимся очень быстро и легко. Правда, этот немножко сильнее, это капитан какой-то. Капитана мы тоже быстренько ликвидировали. А как наверх заползти? Как туда наверх запрыгнуть? С какой стороны туда подойти? Подкрасться? Пока не знаю. Видимо, какой-то есть супер прыжок, чтобы туда залезть. Пока что у меня нет, не получается найти способа туда забраться. Ну, либо еще вариант с этого столба. Вот туда, например. Да, это так я и знал, что где-то... Гляньте, что мы туда наверх можем потом забраться. Тут столько еще, оказывается, есть прикольных мест. Так, здесь, наверное, надо катиться. Наверное. Может и нет. Не, мост вроде бы довольно крепкий. Вот этот босс, великий Рампо. Древний угловатый кто? Агр, великому Рампо не нужны ваши стеклопакеты, смертные торгаши. Что? Да мы не продаем ничего, мы ищем Пейджи. Меня зовут Йока, а это Лейли. Тихо, великий Рампо разводку за встречу чует. Вы двое своими сделками достали уже всех других персонажей на острове. Какие еще сделки? Готовьтесь испытать на себе мои древние наклонные силы. Что за наклонные? Назойливые торгаши стеклом. Да я не торгаш. Что происходит вообще? Так, он кидает в меня своими бревнами. Нужно найти способ, как с ним справиться. Конечно, у меня получится рано или поздно. Поехали. Первый раз тут... Ой, нет, лучше вернуться. Лучше вернуться, потому что огонь. Раз, два, три. А вот теперь можно ехать. Опа, запрыгнул. Теперь надо спрятаться от огня. Тут в уголку. Аккуратно делать двойной прыжок. Оп. Все. Все в порядке. Оп, оп. Уходим и идем теперь бить ему зубы. Два зуба выбили. Сейчас он меня сталкивает вниз. Это было просто. Самое простое. Сейчас будет у нас немного с бревнами посложнее. Но не сильно. Просто будет больше зубов. Как кричит. Сталкивает меня. Я даже ни одну жизнь не потерял. Так, хорошо, теперь огонь. Раз, два, три. Огонь, огонь, огонь. Я успею? Или уже все? А вот он уже огнем не дышит. Сейчас ждем. Сейчас он огнем снова будет дышать. Потом начнем прыгать. Так, начинай дышать. Раз, два, три. Можно начинать. А-а-а, я глупо сделал. Бабочку. Две съел. А, глупые, мне так они нужны будут позже. Так, огонь. Ждем огонь. Ладно. Раз, два, три, четыре. Поехали. Оп. Оп. Где-где-где? Уху! Котимся вниз, горки. Не получилось. Две жизни потерял только что на ваших глазах. Огонь. Можно катиться. О, ну залазь же ты наверх. Ну что ж такое. Еще и ударишься сейчас об бревно. У меня осталось три бабочки. Фух, я думал, сейчас разобьюсь.
Еще самую нижнюю. Так, огонь пошел. Можно ехать. Опа, перепрыгнули. Есть. Зубы будут? О, огонь. Нет, 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 нет. Зубов нету. Прыжок. Раз, два. Двойной прыжок. Раз, два. Все. Зубы. Раз зуб, два зуб. Эй, ну что, зуб не... О, сбился. Оказывается, можно достать зуб, когда он даже почти его спрятал. Так, понятно, понятно. Ты хочешь меня уничтожить, ты очень злой, и ты хочешь, чтобы я справился с твоей финальной атакой. Фух. Может быть, сейчас дадут... Я вижу, вижу, сейчас будет самое сложное. Главное добраться до верху и потом не сильно, не спешить, и аккуратно, не кипишовать. Так, бабочка есть? Есть бабочка. Есть жизнь. Так, огонь, ждем огонь. И начинаем понемногу забираться наверх. Вот он огонь. В принципе, можно начинать ехать. Так, перепрыгиваем, перепрыгиваем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, обжегся. Бабочек нету? Плохо. Так, надо ехать. Ехать, надо ехать, надо ехать, надо ехать. Конечно же, надо. Оп. Вот видите, иногда почему-то как-то то ли игра заглючивает, то ли что. Я могу дальше продолжать по склону подбираться наверх. Энергия кончается, даже когда я просто вот так держусь. Угу. Бабочек нету. Бабочек нету. Это очень плохо. Такс. Едем. А как-то тут бревна как-то непонятно, они тут... Чё они так как-то перекосились? О, теперь нормально пошли. Так, огонь начался. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, запрыгивай! Есть. Уходим, уходим. От огня прячемся. Где-то тут на краешке. Оп, оп, двойной прыжок. Оп, оп, двойной прыжок. И идем зубы бить. Есть! Язык! Агр! Я это прошел! Наконец-то! Боже, я так долго проходил. А, мы получим здесь страничку. Нет, вы осквернили священный спуск великого Рампо. Великий Рампо повержен. Так, мы только что заработали. Будьте вы прокляты, смертные торгаши. Великому Рампо следовало притвориться, что его не было дома. А эта игра с окнами довольно забавная. Как насчет сменить род занятия, Йока? Окнами? Каким еще окнами? Это были не совсем окна. Это бревна были какие-то. Так, мы получили. Неплохо, вы разблокировали новый тоник. Загляните ко мне. Хорошо, но вначале я хочу посмотреть на этого человека поближе. Который мне тут... Агр, только не в глаза. Великий Рампони уже дал настолько агрессивных торгов. Ему по глазу прыгаю. Так. Так, а что еще могу сделать? Бумц, бумц. Так, а что мы тут можем еще взять страницы? Могу туда перепрыгнуть? Наверное, могу. Сейчас туда и запрыгнем. Ух ты, платформа поднимается. Страницы. Так, мы сюда залезли за страницами. Что там внизу? Наверное, ничего. Да, там, по-моему, тупик. Просто я сюда пришел за страницами. Но это было очень сложно, я вам, ребята, честно скажу. Конечно же, я вырежу то, что я, как я долго пытался это пройти. Но я пока выработал тактику, я потерял уйму времени. Ладно, на этом, пожалуй, все. Спасибо вам за просмотр. С вами был Ниломоб. Было это Йока и Лейли. И мы сегодня этот глаз просто уничтожили. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока. Да, и овечка по имени Цезарь тоже с вами прощается. Пока.